Всем привет, вас здесь игровой канал Science Gamer, меня зовут Павел, мы продолжаем проект игру GTA Vice City Stories, ну и что ж, отправляемся на миссию братьев Мендесов, погнали. Проволока. О, thank God you're here. What's going on? I've got some bad news, friend. You're in terrible trouble. What? Diego is beside himself with worry. Well, wait a minute, hold on, what are you talking about? The police got some of our merchandise, but it's you we're worried about. Why? You see, we're utilitarians. The greatest good for the greatest number. And there are two of us, but only one of you. So Diego suggested we explain to the police that the cocaine was yours. Oh, yeah, that's very thoughtful of you. And unfortunately, I have this paperwork showing your involvement in the project. Unless we could resolve this little distraction. And how do you suggest we do that? You steal the cocaine back for us. It's been impounded. You must steal it before they take it back to the police station. Thank you, Vic. I do so enjoy our conversations. I find you very inspiring. Thanks. Here we go again. Have fun. Садись в вертолет на Брикс Ярд. Окей, погнали, да, за вертолетом. Я помню эту миссию, достаточно такая средняя. Так, поехали. Нам тут, по-моему, надо будет забрать контейнеры, что ли, два контейнера каких-то. По-моему, это эта миссия. Так, давай, тут срежем. Окей, так. Поехали. Блин, там сзади такси какие-то стоят, они зависли, наверное, надо в них поврезаться. Потому что сколько я уже играл, просто так, даже без записи, и с записью, они там почему-то стояли постоянно. Что за фигня? И машина у меня вот тут вот висела под мостом. На крыше у моста, короче. Не на крыше, а на потолку. Вот тут, короче, на самом верху висела машина, я в нее пострелял, она упала. Ну, в принципе, такой знаменитый баг GTA City Stories, я... даже видел это, ну, картинку, как вот эта машина прикреплена к потолку, к мосту, и что-то там было написано, ну, типа мема. Так, блин, не туда повернул. Так, ну, сюда вот так. Окей, так, все, доехали, отлично. На тебе, чувак. Some cargo containers at the police impound. Our coke is hidden inside them, all mixed up amongst the other cargo. Don't worry, I'll get them out of there. Muy bien, I'll be in touch. Скорее вертолет. Окей, давай садись, Вик Венс. Полетели. Лети к компаунду, где находятся контейнеры. Да, все-таки контейнеры нам нужно взять. Так, окей, полетели. Вертолет у нас такой с магнитиком. Так, давайте. Так, где у нас он только стоит? Наверное, где-то вон там в аэропорте, что ли. А, по крайней мере, нам туда лететь. А дальше там ничего нет. Там дальше склады идут. И доки. Сейчас посмотрим туда, где. Не очень помню эту миссию. Помню, что вот только с контейнерами. Так, мое предприятие стоит. Ну, я, кстати, велик вижу. Для оружейки. Так, окей, точно не на аэропорте. Значит, дальше, да, значит, вот там где-то на складах каких-то. Вон там огромные склады. Окей, значит, там туда, получается, больше негде. ХПщики там были внизу. Так, где-то тут, да? Окей, я, вон я его уже увидел. Прихватите контейнер. Окей. Один за другим, значит, еще один будет. Отнеси контейнер в грузовой отсек. О, как с ним тяжко долетиться. Так, нам получается куда-то контейнер вон туда, вон, да? Куда-то туда к аэропорту. Ну что ж, давайте, пожалуй, поездочку скипну, а то она будет довольно-таки долгая. Так, я подлетаю. Чтобы отцепить манеру контейнера, помести его в ореол.
are moving the last container. Get it back. Vamos. А, все, последний контейнер что-то остался. Так, ну нам придется его снять с грузовой машины, а она будет у нас двигаться. Вот в этом вся и сложность этой миссии. По-моему, кстати, это еще не все будет. По-моему, там что-то еще будет в конце. Когда мы этот контейнер возьмем и принесем, короче, сюда, вот куда нам надо. Что-то я припоминаю, что там что-то точно еще будет. Только точно не могу вспомнить, что. Так, окей, нам куда-то вот в эту сторону. Так, он, получается, выехал со склада, со складом. Куда он, интересно, направляется? В полицейский участок, сказали. Значит, окей, значит, поедет тут по этой дороге. Ага, вон я его, кстати, вижу уже. Так, дай сюда. Окей. Отнеси к контейнер в грузовой отсек. Adios. Ну давай, пока. Так, ну что ж, давайте это тоже, пожалуй, скипну, и уже увидимся там. Так, я уже тут, а? Вон наш тот контейнер, и, в принципе, опускаем этот. Заведите машину, пока байкеры не разбили ее. Блин, все-таки же не подвела меня память, все-таки еще что-то тут будет. А где он находится? Ох, ё-моё, как далеко. Это наш находится в другом городе, блин. А урон-то ему байкер наносит. Так, окей, летим тогда. Получается, его сейчас надо машину прицепить к магниту, да? Ну окей. Попробуем. Попытаемся, по крайней мере. Так. Наверное, в той части они ездят, поэтому вот сюда вот полетим, на бачок. Так. Вода у нас потихоньку прорисовывается. Все потихоньку прорисовывается, вон мост. Так. Где-то они вот в этой стороне. А, блин, сейчас еще будет беда. То, что это, как ее. Они сейчас будут по-любому по улицам каким-то ездить, где будут фонарные столбы, какие-нибудь просто столбы, пальмы. Вон, я вижу. Помогите. И вот это будет усложнять нашу работу. Help me, да help me, подожди. Лечу. Вот мне как интересно, как я его прицеплю на крышу машины магнитом. Разве вообще так можно прицепить? У него же крыша не железная. Блин, 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 ты чё? Вертолёт, давай, нахуй, нормально прицепляй его. Отлично. No problem. Where do you want me to drop you off? Oh, please, don't drop me, señor. Take me to the car park. Машин там вообще никого нету. Просто машина на парковке. А вон байкеры. Внизу был один, видел. Вот офис Розенберга. Тут только супермаркет строится, который вскоре в Вайс-Сити появится. Какое-то объявление с сигаретами. Junior Gotta Start Summiting. Но я неправильно прочитал. О! Окей, недалеко, отлично. Думал сейчас лететь нам. Пожалуйста. О, отлично, миссия выполнена. Отлично, что за сообщение? А, день платы. Так, сколько мне тысяч? Я там еще несколько миссий прошел на этих, как ее. 48 тысяч, 158, отлично. Блин, ваш бизнес атакован. Ну что ж, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.